наше хозяйство попросило все дети здесь студентов, чтобы они прошли на нашем хозяйстве практику. Я в очередной раз хочу сказать спасибо большое руководителям, потому что это было все подконтрольно, это было все, как говорится, по протоколам, все велось как надо. Нужна практика. Если будет теория и практика, это будет действительно специалист, специалист высшего класса. Поздравляем вас, Василий. У нас, как говорится, в сельском хозяйстве не все потеряно. У нас есть люди, которые, это студенты, которые могут работать. Если есть студенты, значит, есть будущее. Есть будущее, значит, у нас будет в нашей стране все нормально.